Почти год назад в Засвияжском районе действовал режим повышенной готовности. В апреле прошлого года был зафиксирован сдвиг грунта вдоль старого русла реки Сельдь и храмового комплекса в селе Арское. Оползень затронул 700 метров. Сейчас ситуация в населенном пункте спокойнее, несмотря на бушующее в регионе половодье. Летом и зимой в селе рабочие забивали сваи и устанавливали подпорки, чтобы этой весной земля, а вместе с ней и строение остались на месте. Вода из колодцев уходит, которая насыщала грунт, это склон, по которому сползала. Она сейчас в колодце уходит, сооружение вроде стоит. Все, слава Богу. Замечательно, да, слава Богу. Большое спасибо Алексею Юрьевичу, вам лично. Конструкция выдержала самый мощный за последние 30 лет паводок. В этом убедились представители городской администрации. Но не все в селе так гладко. Заехать в населенный пункт с трассы проблематично. Сельдь вышла из берегов, пошел перелив и подъездную дорогу затопила. С приходом паводковых вод в районе моста образовался довольно-таки серьезный затор из ледяных глыб, который на сегодняшний день мешает проходу мосту. Далее, по руслу реки посмотрели, там довольно-таки серьезный приход льда, который также будет подходить к мосту. Воды не так много, но даже при такой картине есть вероятность разрушения перехода. Поэтому решено привлечь спецтехнику, которая сломает прибывающий к мосту лед. Подобная картина на Сельде сложилась впервые за многие годы. Уровень воды в реке составляет 450 сантиметров. Неспокойная ситуация и в Кротовке. С соседнего леса на улицу Родниковая хлынула талая вода. Летом вдоль деревни обустроят водоотводную канаву, а вынутый грунт станет дополнительной защитной обваловкой. Анна Тищенко, Олправда ТВ.